Вот они в руках у меня. Одна из последних сов филинов. Сразу объединю эти два понятия. Название Никиты, старшего сына. Исследование изобретения, находки, поиски. Образы перьев, фактуры, нюансы. То есть такая мера декоративности, мера авторства его, именно того, что является ему присущим. И то, как он это все ощущает. И видоизменения вот эти от первых сов, каких-то странных, которыми он сам, что меня радует, начал заниматься и искать. От первых, даже от первых, которые он не стал доканчивать, потому что он посчитал их неудачными. И перейдя через эти неудачи, двигаясь, он в общем-то начал свои. Какие-то они уже, я думаю, отличаются от многих сов, тех, которые я видел по разным моментам. Хотя вроде бы ничего придумать уже невозможно, но что радует нас в этом всем, что все уже вроде бы исследовано, как я это называю, нет новых яблок, но есть свежие и вкусные, а есть не свежие и невкусные, бывают гнилые. Вот нового ничего уже изобрести нереально, но сделать свое, провести это через себя, прожить, ощутить так, чтобы это впечаталось туда, в твое изделие, это можно. Буратинки тоже очень не новые. Буратинка — это очень не новая вещь. Есть парни, которые делают ее так, как не делает их никто, например. И также вот очень давно я не с таким интересом и радостью не рассматривал вот эти какие-то находки, фактуры, все эти сочетания форм, состояний поверхности, как оказалось вот в работах сына старшего в совах. Перышки у него тут такие. То есть мера кропотливости и той какой-то радости, которую он в этом музыкальном решении сам ощутил, но, думаю, сюда перешло. Хотя вроде филиночки эти такие кажутся серьезненькие на вид. Одни более такие, более сентиментальные, другие поувереннее в себе, посерьезнее. Такой молодой, но с мерой уверенности в себе начинающийся. Это все-таки хорошо. И потом мера от того, насколько это интерьерно и ложится на полку, это тоже немаловажно. Размер хороший, чуть меньше 12 сантиметров, что, в общем-то, и не громоздко, и не теряется за изрядное расстояние. Так что вот, скоро мы их покроем, увидим еще и с мерой блеска, с мерой большей сочности, будет вспыхивать цвет и тон морилки, которая сейчас вот она свое не сделала. Мы видим их в окончательном варианте. Вот так. Сниму все-таки видео, чтобы момент блеска был виден во всех его ракурсах и красотах. Вот Никита закончил тех сов, которых я показывал в одном из роликов там на днях, где-то на той неделе, наверное, не знаю. То есть все сейчас покрытие он шлифовал и на два слоя покрыл. Это бормовский немецкий воск с маслом Карнауба. Названия одни эти загадочные меня только в трепет приводят. Ну и о качестве
продукцию фирмы Борма. Кто столяркой занимался, либо слышал о профессиональных этих твердых маслах и так далее, о восках, те знают, о чем идет речь. Они дороже тикуриловских, там не знаю на сколько процентов, ну чуть ли не до полутора раз, может быть, я так ориентировочно скажу. Ну вот, по мере поверхности, по интерьерности, по всем моментам соло, я думаю, видно. Вот эти, Никита, сегодня уточню цену для тех, кто будет интересоваться и готов красоты поставить себе на полочки, символы мудрости, дабы мудрость эта пришла в ваш дом, поставить в нем. Вот. Так что можете порадоваться. Опять немножко свет. Света не хватает, чтобы наклоняешь освещение другое или ближе там. Но живьем, конечно, чем камера, оно там по-другому воспринимается. Это все, кто хоть что-то снимал, знают. Но тем не менее, я думаю, основное будет понятно. То есть эти все фактурки, они за счет того, что отражение света и на рельефах игра, вот этих блесков приятных матовых, тех древних. Я вот думаю, у нас мера блеска матового, как вощения, она где-то в крови идет от наших предков, от дедов, которые вощили столы, либо там вот полы натирали мастикой, когда заставляли, как дед у меня, своих детей там скрести стеколком и натирали этот блеск, я помню, с детства и даже на ощупь, который вот момент. Поэтому современные лаки, допустим, сами по себе нитровские, которые пленку дают и отделяют тебя этой пленкой от дерева, восприятие как руки, так и глаза. Я не люблю лаки. Тем более запах. Тот момент, когда приходит в посылке буратино, допустим, более дорогими финскими или немецкими покрытиями покрыты, но они дышащие, и все-таки через какие-то микропоры выходит запах самого дерева, то это сказочность и праздничность открытия посылки. Я думаю, все, кто буратино открывал, тем более в полиэтилене, да что, представляете, если бы я поэкономил, допустим, да, и сделал нитру, вы открываете, и там такой Урал-химпласт с приветом к вам из Нижнего Тагила приехал, да. Хотя те друзья-покрасчики, которые красят нитрокрасками, у них запах нитрокраски ассоциируется с завершением работы и, соответственно, с зарплатой. Для них этот запах, конечно, он супер кайфовый. Для нас этот запах ассоциируется с более приятным другим моментом. Ну и тоже завершением работы и всем, что с этим связано. Всем, что с этим связано. И всем, что с этим связано. Вот так по-русски будем говорить. Так что вот. Ну что ж такое-то? Я смотрю, живьем гораздо светлее немножко она. Чуть ли так наклоняю, и на камере затемнение идет. Но суть, думаю, понятна.